Друзья, всем привет! С вами Санек. Смотрите, посылочка пришла от Романа. Ну, те, кто в курсе, кто такой Роман, знают. Вот, от него. Сейчас распечатаем и посмотрим, что там внутри. Так, ну штатив занят, там стоит экшн-камера, не хочется ее включать лишний раз, теребить. Попробую так распечатать. Тут как бы, я думаю, несложно подрезать скотч. Вот так вот. И с этой стороны. Я думаю, должна открыться. Во. Так, вот так. Ну, пакет, неважно. Главное, что внутри. Давайте сейчас достану. Путик, не уронить. Давайте сейчас достану. Ну, как уже догадались некоторые по очертаниям, это насосы. Итак, друзья, вот что находилось, как говорится, в посылочке. Это два насоса десяточки. НША абсолютно новые, еще в масле. Сейчас покажу, кому интересно. Вот такие вот цифры. Белорусский. Вот такие цифры. Украинский. Ну, валы на 4, друзья, шлица. Вот. Ни для кого не секрет, что на 6-шлицевой вал подходит ключ на 15 гранями, да, становится на 6 шлицов и все плотненько сидит. Ну, также на 4 шлица становится вот обратная сторона ключа и также может являться, как говорится, ну, не знаю, шлицами, приводом для насоса. Ну, это кто не знал. Самое интересное, друзья, это цена. Цена насоса. Вот Рома, будучи в магазине в своем местном, зашел и слегка там чуть не офигел. А мы тем более, вот те, кто находится в группе самодельщиков, да, вообще были в шоке. Вот. Давайте сейчас вставлю фотку с ценником. Вот попробую ее увеличить. Вот он скупил все насосы, которые были по той цене, которая стояла в магазине. Ну, сами видели, да? Товарный чек. 600, сколько там? 40 рублей за насос. За один насос 640 рублей. Вот он 9 насосов забрал. И мужики просто у него раскупили их моментально. Это в 10 раз дешевле, чем стоит в магазине у меня. Тоже вот сейчас фоточки приложу по насосам. Это на следующий день я был у себя в магазине, в сельхоз, и покупал цепь 15875, 7,5 метров, и сфотал там насосы. И вот такой вот у них ценник. Ну вот как-то так, мужики, такой короткий видос. Вот. Всем пока, с вами был Санек. Один насос пойдет на этот трактор, другой насос пойдет на мой тракторок. Вот, как-то так. Все, скоро увидимся.